Несмотря на широкое освещение деятельности административной комиссии в средствах массовой информации, некоторые граждане продолжают нарушать закон, надеясь на безнаказанность. Члены комиссии рассмотрели 10 протоколов об административных правонарушениях. Проживающие жильцы квартиры 72, когда находятся дома, маршируют, прыгают, стучат, роняют, наверное, кирпичи, в основном ночью. Они делают ремонт, но зачем бегать, прыгать? Подобные заявления – просьба о помощи от граждан, которым мешают нерадивые соседи. По статье «Нарушение тишины в ночное время» было представлено 3 протокола. О том, что шуметь запрещено с 22 до 6 часов утра, нарушителям теперь запомнить проще. Им выписаны штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. Наказание рублем ожидало и нарушителей правил парковки автомобиля. Предупреждения в этой статье нету. Вот поступило предложение вынести минимальный штраф, который возможен, 3000 рублей, в связи с тем, что пришли. По просьбе граждан председатель комиссии Владимир Исаев прокомментировал правила размещения рекламных материалов на территории города. Десногорцы все смелее высказываются против хаотичного размещения рекламы в своих подъездах. Как минимум, это нарушение норм благоустройства, за что назначается штраф от 3000. Но за это могут ожидать и другие последствия. В некоторых случаях расклейка объявлений в неположенных местах расценивается как нарушение законодательства о рекламе. На подобные действия распространяется статья 14.3 Кодекса об административных правонарушениях, а именно нарушение рекламодателем законодательства о рекламе. Объявление разрешено размещать только на специальных стендах на территории города. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.